Здравствуйте, уважаемые зрители канала «Все у нас получится». Мы находимся в местечке Финор. И отправляемся в путешествие по дорожкам живописного болота. Подстрели птиц, которые здесь очень много в этом месте водятся. Ну что ж, пошли. Если нам повезет, то мы сможем встретить выдру. Изображены жители, кого вы здесь можете встретить. Маршрут. Что можно делать, чего делать нельзя. Опять-таки, каких насекомых мы можем встретить на этой дорожке. И вот такая тропинка ведет нас на болото. Такие высоченные кочки на болоте. Дети уже бежали круг, пока я снимаю. Как птица заливается. Ежевика. Кочки выше человеческого роста. Ежевика. Мычат коровки. Поет птица. Впереди очень высокая гора. На верхушке горы стоит крест. Очень часто можно увидеть наверху, на самом верху гор, крест или какую-то скульптуру. Это не всегда памятник. Где-то вдалеке приехал
мной автобус с детьми. Там находится довольно большая детская площадка. Разные качели, другие аттракционы. Вот приехал целый большой школьный автобус, полный детей. Веселятся, шумят. Но все равно это ничуть не отвлекает от пения птиц. А вот впереди находится такая таблица, на которой показано, какие птицы водятся в этом месте. Кого мы могли слышать. Ну, даже летучие мыши водятся в этих местах. Два вида ласточек. Совы. Хищные птицы. Вот это те самые колючие кусты, которые очень красиво цвели весной. Где-то они есть. Кажется, что где-то совсем-совсем рядом. Но ни одной птички не видно. Вот прилетел робин. И вот они где-то рядышком, совсем рядышком, но не видно. А вот животные, которых можно встретить в этом месте. Я встречала только
зайцев. Видела барсука. И белочек. Больше в этом месте я никого не встречала. Оленей в Ирландии очень много. Олени не боятся людей. Подходят, любопытные. Очень близко. Ну, не до такой степени, что можно погладить, но тем не менее. Могут подойти на 2-3 метра от тебя, стать, смотреть. Людей абсолютно не боятся. Невдалеке находится церковь. Как он называл? Место для пикника. И вот эта птичка Робин. Удалось заснять хотя бы одну птичку. Такое место, где можно сделать пикник. И посмотреть, что здесь изображено. Кошечка. Насекомые. Это растения. Такой вот памятник деревянной ручной работы находится в местечке Финор рядом с церковью. Сделан из ствола огромного дерева. Изображены ангелы. Написано «Надежда».
Наша прогулка подошла к концу. К сожалению, никого из животных мы не увидели, но зато насладились пением, замечательным пением птиц. На этом я прощаюсь с вами. С вами был канал «Все у нас получится». Жанна, до новых встреч!